Что получил в школе? 3 с минусом. С минусом? Маловато. Ну, средний балл вообще был 3. Прости, это по работе. Прости. Надо ответить. Алло? Луи! Ваш сын в искусственной коме. Мы ничего не можем обещать. 6 месяцев я живу как в аду. Ночую в больнице и разных специалистов пригласила. И ничего. Список дел до конца света. Он может наступить раньше, чем ожидалось. Ты правда думаешь, что если выполнишь все это, он придет в себя? Я не знаю, мама. Ты думаешь, я спятила? Да. Но мне нравится. И что у него в списке? Нарисовать на стене граффити волка. Я сейчас. Эй, вы, стоять! Извиниться перед Амарой. Привет, Амара. Луи просит прощения. Попросить Каже и расписаться на скейте в Токио. Алло? Вы ведь сейчас не в Азии? Нет-нет, что вы, я на работе. Пусть Луи проснется. Мы будем сражаться, Лулу. Жаль, что я не могу тебе об этом сказать. Почему ты молчал? Я говорила только про школу, но я же мама. Я всегда переживаю. Что дальше там в списке? Найти своего отца и встретиться с ним хотя бы раз. Он имеет право знать, что его сын в коме. Ты никогда не говорила ему о сыне? Думаете, я зря боюсь? Нет, еще не конец. Комната чудес. Ты дал мне знак? Да, Лулу? Скоро в кино.